В Ленинском районе стартовала акция под названием «Неделя доброты и щедрости». Она приурочена к Всемирному дню благотворительности и организована по инициативе Координационного совета общественных объединений. Она проводится при поддержке руководства муниципалитета, органов местного самоуправления, общественной и торгово-промышленной палат Ленинского муниципального района, молодежного совета, Центра социального обслуживания «Вера». В преддверии акции состоялось координационное совещание, в котором приняли участие организаторы акции, представители общественных организаций, администрации района и волонтеры. Мы сейчас собрались в основном для того, чтобы немного обговорить условия и задачи нашей работы, именно по маленькой акции или о одной из акций, проводимых в рамках недели. Мы ее так условно назвали «Щедрая корзина». Посетители магазинов, совершающие покупки с 16 до 20 часов, имеют возможность оставить в щедрой корзине продукты, товары первой необходимости, денежные средства для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Бокс с деньгами, опечатанный, вот в таком же виде, вы передаете вечером, когда к вам приезжают за продуктами. В проведении акции будет задействовано более 100 волонтеров. Сбор продуктов будет организован на протяжении недели в 13 торговых центрах и магазинах Ленинского района. В этом году акция приобрела очень большой размах. Она, во-первых, распространилась территориально на практически все поселения района, а с другой стороны, у нас появились новые направления. Действительно, в этом году к акции присоединились некоторые организации, оказывающие услуги в сфере красоты и здоровья. Но основной упор будет сделан, как и в прошлом году, на сбор продуктов и товаров. 27 числа – это финальный день. Уже мы не будем собирать, уже все будет собрано. И в этот день, в день, который называется Международным днем благотворительности, будут формироваться такие корзины для благополучателей. Сформированные наборы и денежные средства будут направлены остро нуждающимся жителям Ленинского района, людям с ограниченными возможностями здоровья, ветеранам, многодетным семьям.